носок. То, что произойдет здесь, войдет в легенды. Неважно, каким будет исход. Для истории мы будем героями, сражавшимися за свободу и покой своего народа. Помните, герои, страх ваш самый опасный противник в этих кровных местах. Скрепите свои сердца, и ваши души воссияют ярче тысячи солнц. Завидев вас, враг отступит. Враг пойдет, когда свет праведности коснется. А, Слава, я отойду это? Иди, Панрик, Лерген. Ледяной короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земель плеч. Сейчас вот этих мобов добьете, не агри дальше. Поставим шкаф, сменим всех. Ничто. Давайте, кто ФК будет, сошка ДП. А то вы в Даларанах крестики там нажимать будете. Я поклялся, что ты умрешь, а плеть будет ставьте разбита. Шкаф. Я закончу то, что начал у часовни последней надежды. Ты мой мог стать величайшим из моих рыцарей Фордрик. Той силой тьмы, которая Фордрик, прокатилась бы по смотри. Этому миру и перевернула страницу как-то истории. Пора, но тебе уже не суждено им стать. Тихо, скоро у меня будет другой рыцарь. Носок сосунут. Сломить его было очень трудно. И я подверг его душу ужасным мучениям. Волшебный он так долго сопротивлялся. Но ты вскоре он склонится перед своим королем. Засуманяет, отлично, все. Паука бьем себе. Двенадцать шесть, Оля кто-то ролит. Нахуя тебе Оля напала? Я баром зашел бы на одного босса. Надо тебе. Мне, к сожалению, не зашел. Тебе тоже надо, Оля? Там кто-то есть выше, не знаю, десятка. Он пощупи, не знаю. Нет. Только на Энхан нужно. Стоит, долг ты что? Да. Осторожно, мы я пока не могу использовать.
Ваня, не бал. Мы типа звонок кота, да? Давайте фулбаф, подошли уже сюда. Так, и не начавшись, так, дайте шкаф, сейчас на сказку манем. Человек присутствует. Носок принимай, пожалуйста. Ты где-то там в Доларане в каком-то. А, ты далеко пропустишь. Носок. Дайте столик, Фай. Давайте, короче. Я не помню, писал ты или нет. Предупреждение или я. Типка только писал. Если убиваем босса без носка там. Здесь все нормально. Все, все здесь. Стоп. Так. Хивы, если что, пятая пати, дуду типка, шипая только. Все, давай писал. Войд, войд. Мейн танк кто? Синсимиля? Да. Или мутант? Сейчас, секунду. Значит, 4 хила охеренных. Никто не должен падать. Подожди, подожди, стой, стой, стой. Принимаем готовность, что такое? Рыба, рыба. Давайте, ешьте быстрее. Рыба похава. Антон, скажешь, как кидать? Да не надо мне кидать. А ты не просто? На рогу кидай. Сенсимиля готов? Я подожди. На счет 3 начинаем. 1, 2, 3. Слышь, там сиськи в чате покажут о 10, как кому интересно, он был в чате. Встаньте в звезду, не вставайте под клиф, не вставайте в луз. Умираете на этом жестком боссе сотни. Сзади шип фонта. За ребро зашли, вы перед лицом. Зашли за ребро. Разбейте РДД шип. Беги, малышка, беги! Стоите в центре, сейчас шипнут. Миники, стойте в центре. Разбегайте, сон. Где ты это, Ваня, увидел? Ну там молчать, сори. Заинтересовался. Спалили. Я даже за окно не смотрел, я искал, где это написано, бля. Может так говорится, там за пятерку. Меня слышно? Да. Так давайте тогда помолчите и хильтери. Бейте шипы. Зачем вы в луже стоите? Мутант танчит или не? Симуля танчит. Бейте шипы. РДД бейте шипы. РДД развернитесь в шипы. Я тебе не могу, короче.
Ты на что говорить? Ты же так, типа, наизусть должны знать. Шипы меня. Не может шипа. Вы шипы будете бить? Сейчас дома. Да, бежал шипа. Вы что сюда отыграете, что ли? Играете как положено. Разбили шипы великие, разбили РБД. Беги, малышка, беги! Служим, пишем сразу. Шипы в центре сейчас смотрим. Играем шипы. Играем шипы. Че это за лагобром такой? Кто за осколками сегодня? Идите на трэш, резните всех, а потом идите на пляж. Только хуйте, когда все резнутся. Ролим на мейн. Ролим на офхил. Кольцо на мейн ролим. На офх ролите кольцо. На мейн ты ролим? Слышь, Джерин, ставь МРК. У меня еще наручи могу сейчас 20 передать их за 20к, если шо. Рольте на офф. Щит 10% ролим. Какой аддон туп. Куча разных названий и везде 500 ГК. Че ты мой ГП накинул? Ну, с пула померли там. Под морду зашли. Цунами это не еще. Да, вон. Сорвал агро, а не умер. Зантроп дубовую кожу, видимо, не отдавал, да? Войд, ты тут? Да. Войд, здесь? Мы не кидаем ГП людям, если убиваем с первого трая босса. Это походу хант не напулил нормально. Напулил, рука. Напулил два раза. И с танка сорвали агро почему-то. Понимаешь, в чем проблема? Наверное, там сахар дали какую-то, да? Не, конечно, они конченые, что так уже умирают, но. Ну ладно. Конченые так конченые, я не буду спорить. Б накидываем, когда вайпаемся на босса. Мы там два раза это меня тупо сняли. Ваня, потанчи жуков пока что. Так, короче, контроль. Три меточки было. Вода, трусы и месяц. Залезли и нарвали. Что? И нарвали. Залез. Контролят. Весовый код, я контролю квадрат, вы Дарксайд контролю штусы, месяц мизантроп контролю. Те, кто законтролены, не должны погибнуть, не должны никого убить. Трэш бьют все, без исключения коты, роги, курики, все ДК. Значит, слева танчат два БДК, там Сицилия. Вы знаете, что трэш надо сводить в одну точку. Справа протопа,
Пока что отбивайтесь. Бахайте тех, кто умер. Мы там два раза ГП сняли. Да увидел уже, я исправил эту фишку, не переживай. Там свои начисляли. На одном уровне. Дайте каску. Что есть? Первый танчин Сенсимиля, второй мутант с пула. Когда леди переведут, тут на пулы Сенсимиля. Сенсимиля здесь? Да. Подтверждаю. Милики, если что, путь слева трэшные два БВК, справа РДБ. Где недобитый добивает, начинаем. Как вы смеете ступать в эти священные покои? Это место станет вашей могилой! Приготовились. Пошли, милики. Добили вон придерживаться. Блять, бейте трэш. Повернулись, бейте вот эти. Вот, бейте. Чуть не слил, я каплю слил. Бейте, могу забрать. Все, все трэш пошли. А без КД, контроль тебе еще попадал. Да. Скажу, когда стоп. Из антропов не волшебно. Давайте, повернули всех. Пусть ДМ сменить и К4. Тебя ты не в силах противиться моей воле. Даю контроль. Видите, леди переводим. Довольно! Пришла пора взять все в свои руки. Вышел трэш, леди в центр. И все трэш. Милики, бегите в трэш. Бегите в трэш. Димон. Готовимся сейчас. Духи все побежали. Милики, РДД побежали. Не хлопайте духом, бегите сразу. Если вы будете бегать, не хлопайте ни один. Готовились контроль. Даем контроль. Духи, бегите от них. Бегите от них. РДД отдали туда массу. Духи вышли. Приготовьте сейчас духи. Разбежались от духа. Бегите от духа. Беги, беги, беги. По луже беги, похер. Ну на тебя дух летит. Кто там, хан? Ты не в сил. Раздали контроль. Даем контроль. Не убейте своих. Духи побежали. Побежали мелизона. Побежали танки. Мелизон лежит. Бегит. Бегит. Все. Духи появились, побежали. Трэш слева вышел. Пошли все на трэш. На трэш быстрее. Сильнее трэш, бьем. Духи появились, мелизоны побежали, все бегут, все бегут, все бегут, мелизону дух летит. Ты не в силах
Даем контроль. Даем пихаму. Подготовились духи. Духи побежали. Сова, беги, в тебе дух. Сова, беги. Гелизона, отбегайте. Бегите, бегите. Вот, все, духи исчезли. Трэш, внимание, духи, внимание. Побежали, побежали все, побежали. Не хлопайте, не бегите. Вот, добивать босса. На все воля господина! Ваша смерть неизбежна. Рольте на мейн. Рольте 10%. Я вот не знаю, вару это до 10, наверное, не отдавать за половину. Хорошо. Хант, тебе надо это? Да, надо. Но можно за половину хотя бы? Или 10? Половину рейда. Все, что-то какие-то тормоза, что ли. Это будет, это что, половина? Да. Херасис. Усмиритель небес Рога. Уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. А за 10% так как никому не нужно никак, да? Это бис шмотка. Понял. Славик, здорово. Здорово. Чё этот у нас гильдии кикнул, дурачок? Прицел, слышишь? Ну потому что ты бесполезный прицел, слышишь? Почему я бесполезный? Поясни, поясни, пожалуйста. Могу объяснить. Ты сколько находишься в гильдии? Год или полтора? Но... Я тебя видел в чате. В группе ВК, что ты там пытался кого-то потроллить, меня, Каноба. Сейчас написал про нашу гильдию, что это хуесосы. Ну, напиши, чем ты полезен в этой гильдии. Давай. Ты спросил, я тебе попробуй ответил. Попробуй удаться. Да. Понятно. Пошли на корабли. Давай пока, дружище. Во-во, сейчас. Надо отойдите с этого урода. Сила и честь. Воспряньте, сыны и дочери Орды. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Фортрон, взлетаем. Видите? Что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небе взорвем! Интересно, какое у нас ДП из него пришло. Я там выкинул, сейчас зайду. Интересно, 320 или не меньше? Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь! Давай, ставчик. Да, я обычно ставки делаю. Полетели. Сюда пусть заткнет эти пушки. ДК? ДК, тесно.
Ты типа схему не знаешь, да? Если падаешь, значит что можно сделать? Отойти по пути. Да. Наверное, надо новое правило писать. Не, надо поднять того человека. Да, мы это не лайкнемся. Вот то, что люди окукашат на вас, какие-то способы. Это очень интересно. Дед, что лагаю, слабуши там протопалы еще. Да не гони, Ваня, ты хочешь, я сейчас еще не пойдешь. Ну хрен, если там замена есть, то лучше бери, потому что все плохо. Ну да, я тоже все лагаю. Ладно, я лагаю, пацаны, поверьте. Сейчас пойду как-то. Ваня, отлаги. А чего, кстати, лаги идут, я так и не понимаю. Это бесполезный ивент. Видимо, то, что наши пилоты не кусят, получается, там уже этого надо. Огонь! Или нет? Кота, сержанты! Да нет, там был чат и все спокойно вроде. 5 дней сервер не перезагружался. Может из-за этого? Да. Ну, просто надо перезагрузить сервер. Мага, все? Вас как бы не заставляют врываться в сержантов, ребят, кто помирает. Есть такой мурадин. Это просто милики, они не перелетают. Они остаются и вливаются в трэш. Это как бы одно, блядь. Ну, милики, во-первых, надо брать и перелетать. Протопал бы спокойно там постоял по каше. Запускайте сюда, если хотел. Достаю слишком далеко. Есть проценты фронт. Да, руки надо. Охра! Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Блять, только что. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим... Линканите за 5 всех богов. ...на плечи и во славу короля Лича. Так. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец. У тебя нет шансов. Давайте. Если мы не бьем трэш, то получаем много духов. Степадаем. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит сердце. Но это не значит, что можно отыгрывать его. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался. Кулак руки дайте. Дайте руки кулак, костобав там кого-нибудь такая. Не грязили. Сегодня падают я пацаны. Исполню это обещание. А где босс? Жалкий да, старик. Ну что ж, на каком верху? Я не вижу его. Хотите узнать, сколько... Он на ступеньке, походу, будет там стену. Не, босс где-то он. На корабле что ли? Да не. Короче, смотрите, я не вижу босса. А, вон он выбежал из этого. Thank you.
трэш силе. Мы убили моба, алло. Ну, случайно забрал. Забирай. Не висит. Эти войска там. Все протонитесь туда. Так, волшебно. Воля упала. Так, рулим на мейн. Мы похороним тебя, как подобает. В награнде, рядом с матерью и предками. Сколько там вообще? На мейн ролин. Ой, блядь, просто ролин токен защитник. Спасибо. Так, верзила выше. Сколько общий там DPS линканете? Общий 307. Нормально. У кого истерия была? Не знаю, ну там. Уроги. Он очень слабо дал. Они хотят хантам кидать, они, блядь, стоят всегда в пизде где-то. Мальчики. Так, вот кривини, да? Отойдите сюда. Уходим сюда, с лестницы. Ушли, ушли, улетит Валька, ну чё вы там стоите? Там постоянно стоит. Давайте эту вальку. Все, сейчас мы с вами. Пусть один из какой-нибудь. Да, спелит. Вон нет, цунами нет. Посади, пусть он диспелит рассеяние заклинание. Давайте половину встретить до того, как мы вайпнемся. Чё потом я счастлив. А вот это трэша, да? Все нормально как бы, потому что большинство игроков зашли. Человек 10 мы там просто. Пошли на чём. Во сколько начали, не помнит никто на ребре. 30 минут или сколько? 30 вроде, да? 25 с фулли. Долго идем что-то, я не понимаю. 25 минут уже здесь. Давайте. Танки, что вы там стоите? Чекнов как? Предупреждений не было.
пошли бить этих дураков. Я вижу меня. Осторожно, смотрите за своим ТП. Бафы ПДК дайте. Значит, весь дамаг направим. Ну куда ты идешь за ними? Все сюда. В смысле, тут садусы слезли. Ну, ничего, просто рейд. Из-за угла выходите сюда. Тут АУЕ надо давать по мелким. Даем стан. Стан давайте, кто-то убер там. Сейчас я его резко, никто не резко. Плюс два. АУЕ же сильный. Потом да. Ваня, вставай, Ваня. Не дали отойти ему. Да-да. Чё так много мобов привёл, Вань? Там же собаки. Ну и чё, чё ты ебаешься, что ли? Так не, ну они ж близко были. Все, Олег, уж надо, можно как-то хорн и пошел спать. Как-то хорн-то сколько? 22? Не, ну он обычно после сульковов это типа лагает. Тот хорн? Угу. Да не, мне выходить скоро так вышло, случайно. А мне еще плащик надо и глора. Да все, ладно, иди, что-то начал. Ну во сколько тебе уходить? 10? Ой, ой, ты мамка что ли, Вов? При чем тут это? Зачем ты это спрашиваешь, во сколько уходить? Тебе глора надо? Меня не ролю на мейн глору все равно. Да мне-то похуй вообще, я сам не хотел еще идти учить дохуя, блядь. Я думал, блядь, сегодня хотел, блядь, написать тебе, что бульда, может, сегодня поставил лучше. Да. А за сколько, кстати, бульда завтра? 15? Бля, может, пораньше в ульду сходим, а там часов 5 хотя бы. Я, если что, за 5. А то все время не успеваю в ульду попасть. Уже месяц не ходил. Тогда еще в РС-ку точно успеем сходить.
видите ловушку? С той стороны собаки видно. А нету там ничего в собаке, блядь. Войт. Чё? Чё будешь летом делать? Чего? Чё будешь летом делать? Ну, а чё с тобой? Конечно. Дейка была бы. Ну я на море с тобой точно не поеду. Выпить еще выпьем, на море с тобой не поеду. Это 3 ШП, Вранже, 2 совы, Локхан и Элен. Если будет кто-то умирать из них, маги пойдут на рейндж. Сбегайте сюда быстрее все. Кощуга здесь? Ставьте шкаф. Кощенский. Я слепой, я не вижу его. А, вон он, покажет. Пришествие. Так, кощуга тут? Жрите рыбу 10 секунд. Дайте пристабав, лапу и винту. Так, начнем без кощуги. Чек на пух. Я тут. Лапу и винту. Дайте лапу и винту. Лапу дали, винту дали. Винты нету. Кулак хантам, дайте, пожалуйста, стой, стой, стой. Кулак хантам, на счет 3 начинаем. 1, 2, 3. Поехали. Давай, Геру. По центру лиги. Какая разница? Тогда внимательно. Успел. Придвигайся, не ловите дома. Отличные новости, народ. Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Пришествие бабло. Весь вечер лагает. Ну, я думаю, нам это не помешает. Кто там, друг, встань под босса? Что ты там ходишь? Че, ухи. Шадоумор на рейндж. Шадоумор на рейндж, я кинг-кинг на рейндж. Я поднимаю. Замков цунами. Отличные новости, народ! Снова потекла! Цунами, вставай, почти не закрыл. Хил лока. Хил и бомба, канаточка, шапочек выйдет и убивай. Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой смеси.
Сегодня тапки будут в ангуле. Отличные новости! Ужасные новости, народ! Пиздец. Гниломорф сдох! Но есть и отличные новости. Он вот оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого! Да я поэт! Потрясающе! 10% кольцо. Это ж там получается 5 дней без перезагрузки, эти дурачки еще там ПВП-турнир устроили, да? Угу. Да по-любому не логнут, блядь. Да это бред, по-любому будет скоро дисконт. Турнир, блядь. На профе, блядь. Шкаф, сумманите меня и рольте это акушерское вот это говно на хуле приста. 10%. Я понял. Сумманите. Дайте фулбах, пожалуйста. Значит, меточки. Треугольник и квадрат. В них надо отнести споры обязательно. Одна под боссом. Дайте фулбах. Дайте фулбах. Как кто? Да, заходите за стенку, за ворота, чекай. Стой, бой, баб. Ну, баб. Сейчас такой. Это сам. Каску антихаму дайте и пошли. На счет 3 начинаем. 1, 2, 3. Нету каски. Каску антихаму. Еще не дам просто баб. Ваня, можешь по АФК сейчас пока там, секунд 40 отойти. Да я тут симки пока ем. Споры смотрю. Ёбаный кощуга, бля. Смотрел, естественно. Нет. Здесь, Серега, что такое? Я помню, его в тактику читал, там типа одна группа в левой ноге, одна в правой стояла, чтобы легче было увидеть. Тамиликом просто смотрите, куда он кидает ее. На него, на профамина смотрите и дамажьте себе босса. Резку пусть прожмем, да и все. Прожал. Так, туда с нами дальше ходим. Конечно, и Сакра, и мастера аура тьмы. Ты долго думал о таким спотом? Да не очень. Да я так подумал, фига там на повышение игру таланта, если там ППГ не танчу, а компосов какой-то. Что? У кого? У тебя. Или что это за фон? Это круг вообще поют. Я понял. Такое слышалось, как будто у тебя там стоны идут. А чё, чё спектр отличает, типа, чё? Ну да, под комнату. Под анбаф такое, да.
управляю. Двое тапок. Двое, макури. Вот все внимание просто. Смотри, тапки. Я тапки же, упали. Красава. Тапки я возьму. Смотрите, как я заланговал, да? Молодец. А сколько у него первый шлю? Блять, Саванна. О, мизантроп, бери, бери мизантроп. Мизантроп тебе надо это? Я красавчик. Я теперь на плащи врываюсь. Сука. Я тебя начал, да. О, тапки упали. Вот это надо кому-то? Какой ты там плащ врываешься, Авань? Рески. Хан, чё говоришь? А, срез? Угу. Хан, идёт тебе этот грудак? Нет, заберите шкаф. Не-не-не-не-не, оставь себе. Понял. Вот это там эрдру или что там, рольте на 10%. Поставь офигенно. Кто какой раз дает? Кого самонить? А есть у кого-нибудь ссылка там на эти бои-то, арена сейчас, которая у них идет? Да потом запись посмотреть и все. Да блять, сейчас охота посмотреть, заебал. Да, и танчить не время. Волшебник, ты где там? Квест даёшь, что ли? Волшебник делал? Делал, не делал. Ну, ты типку грязил у Симон. Принимайте, Симон, чё вы там? Квест дали же? Павел, я после профа отойду на минут 15. Там совет без меня, если что, убьёте. Угу. Вы сдали квест или нет? Кто там был? Да нет, не засчитал ещё никому. Не сдали еще. Чё за херня такая? Ну значит, да, право наше. Побежали, а ни у кого не было двух болезней, я так понял, да? У самого не упал, бегай. Давай сейчас после ивента сбегаешь. Да, после ивента сбегаешь. Только на спринтах быстро. Так, я знаю, что думаю. Нам теперь надо эту успеху. Нет, не надо никого спекать. 4 хила вроде. Да. Блоки кидайте, проклятие и просто потайте куклу, и все будет хорошо. Блок один. Идеален. Да я знаю, я кидаю все. Киньте сумон сразу. Да-да. Блин, тут пушка просто. Все захилит. С этой розетой. И тихо вы не кричите, я нихуя не слышу там. Тыкните ее. Сейчас. Мизантроп. Получил сумон? Визит начал. Да, пришел, сейчас дам, но. Сейчас приму. Так, Ваня, ты не лагаешь там нормально? Не, ну это лагаю, но... Да. Так посижу в куклу, чё? Ну если что, с тебя... Давай, если что, давай я в куклу сяну. Да нет, ты чё? Води босса. Значит, стопаем. Смотри, чё, это переводим. Как? Короче. Стопнем, убьем слизня, и потом двух слизней замедлим. Первого зеленого не замедляю, Ваня. Все, мизантроп подбегай к нам. Принимай сумон там. Слизней очень сильно бьем. Все вообще, милики, не милики, все. Любой дамаг важен. Даже танки может убить. Чек на... Кен Блинк. Веду типка. Бурсты не отдаем. Бурсты на первого зеленого. Ой, на двух слизней. Так, Владимир, что это мне не хватает? Один из готов. На счет 3 танки начинаем. Ваня уже перекукал. На счет 3. Раз, два, три. Отличные так. Новости, народ. Не отдаем. Уже пять. Че, стопать будем или нет? Да. А. Идет.
стоп на босса, не бьем босса. Да, ран, ран. Стоп на босса, стоп. Приготовим. Вот так. Стоим пока. Идем за ним. Милики, кто отлетел в квадрат. Так, дарксайда я поднимаю. Сейчас снизу крана одной комнате может получиться что-то. Сейчас выбери цель. Бурстина слизни отдаем. Дарксайд, вставай. Шанан, беги. Дарксайд, вставай. Захил его. Поднимать еще. Мизантроп, подними волшебник. Ну там красная смена. Сейчас устала собрались. Мизантроп, беги. Не красный мизантроп. Зеленый. Это еще откуда? Захиливай. Оба сейчас будут, наверное. Да, оба один. Если что, урожай-то ГВ. Да, пусть будет. Не, красный, там 8. Там же для красного зота, ему уже 7. Милики выбрали цель, тоже будет. Выбрал цель, милики, кроме верзилы, бежим бить. Сильнее красный. Сильный цель. Убегите на перемешку. Под боссом не стоит. Сейчас будет зеленый. Сейчас все заменяем. Собрались уже под зеленым. Сейчас зеленый будет миники собрать. Квадрат. Дали под меня. Отлетаем и к РДД в квадрат. Квадрат, все в квадрат, все в квадрат. Не стойте там в центре. Вот, побежали бить слизи. Понял, лужа сейчас. Дали. Лужа бейт, убиваем. Бьем профу пока. Будет красный. Неожиданно. Ну что вы ловите, медведь? Зачем? Шатумон. Пусть уже. Пока пусть уже. Там тот или красный? Красный появился. РПД. Там тот или уже милики РПД. Хотайте по проходам тебя. Миники профа, РДД красный. Миники профа синий. Синий переводит. Красного синий. Давайте переводим профа. Еще бы захилить. Бейте, бейте, 1%. Цель отдадим рост. Сначала цель выберем. Так, смотрим. Рост. Сильно бьем. Зеленого, красного, сильно. Ход эти куклы еще замедлю раз. Приготовились в квадрат, кто отлетел. Медляю сейчас кубок. Не успел. Куб готовьте, там красная сейчас смена будет. Красная смена, отойдите. Добили зеленого, красного, сильного. Беги от красного, беги. Добили, помогли, дебаф спал. Все, бьем просто. Не ловит, не менее, не ловит. Так, сколько там осталось? Три уже, три. Вот я прыгаю. На сенсине. На сенсине. Где ты, волшебник? Есть реги, нет? Нормально успею. Скинули, да? Все, снимай. Да. Смотри. Заберете, все, бьете.
Сейчас он там постоит, милики, не стойте с ним, вы уже с ним надо стоять. Ты стакер. Да я забрал его. Все, отошел уже. Так, Анти, отошел. Идите на трэш, ставьте там шкаф. 10% надо. Бесплатно, короче, как сувенир. Киньте ролл. Короче, смарт-килл. Блять, иди отсюда с чумой. Интересно. Кто там? Ролите покорителя. Кто, кто выше там? Олег. Нет, Дарксайд. Паралайз выше, по-моему. Дарксайд выше. А, ну у меня, короче. Я не прокрутил до конца просто. Смоньте там. Долго идем, что-то уже целый час. Так, секьюрити отошла, значит. А это означает, что осторожно с трэшем. Там самому не будете кидать, ну? Смарт килл ты уже отошел. Дамага резко поубавилась. Так, антихам, кружок, контролер, цунами, контролер, ромбик. Танк ягрите издалека и сюда тяните, и рослого бьем. Рослый это самый высокий такой. 10 танков? Ну, хорошо. Когда рост там собьем, бьем рост. Точечно. Не обнешьте, а цунами со мной. Не агри пока никого. То сдохнем еще, блядь. Значит, антихам. Звездочку контролишь. Цунами контролишь кружок. И дуду типка контролишь ромбик. Приготовились, контроль. Три шата. Контроль. Звездочка обязательно. Ну, звезду, звезду. Ну, что-то есть. Нет, звезду. Рост молодец. Рост точечно убили. После роста убьет. Да, спасибо.
пока не потеряю. Это что? Связка ключей. Хороший фильм. Где вы это все смотрите, а? Я не смотрел большой куш. Этому фильму уже, наверное, лет 10, если не больше. Сам Гай Ричи, по-моему, снимал. Там карта, деньги, два ствола. Только большой куш надо смотреть, короче, в гоблине. Там гоблин называется спиздили. Да. Гоблин — это то, что надо. Там хороший перевод. Это как видел прикол этот про пиздобола, да? Да. Ты говоришь... Да, Брэд Питт в цыгана играл. Сейчас наберу, подожди. Ты посмотри прям обязательно, это вообще жесть. В истории большой куш, а почему спиздили именно? Ну гоблин так перевел. А. Там еще карт, деньги, два ствола, тоже хороший фильм. Там рок-н-ролльщик тоже снимается. Да, посмотри фильмы Гай Ричи, хороший вообще снимает фильмы. Типа говорит, я люблю больше ножи, говорит. Холодные, острые, говорит. Я уже не знаю, о чем больше беспокоиться, о деле или о твоем прошлом. Да. Давно выступил. Большой куш. Относительно пару лет назад. Сейчас по АФК-шу поставлю на скачку. Ты что-то захотел посмотреть? Нет, надо. Это 2000 года фильм. Быстрее резайте. Сейчас, сейчас. Загружается. Трясется, блядь.